Так, Resident Evil 7. Вот так вот с запозданием. Да, к тому же со второй попытки. Записываю. Гонимся мы за Эвелиной. То есть, кто, не знаю, играет, кто в эту игру из вас не играет. Я ее просто, блин, не сразу купил. Я думал, нафига потом пиратку скачаю. А потом решил, да не, надо купить игру. Постойте. Черт, я же вернулся в самое начало, да? Да, я вроде из той комнаты как раз выходил. Эвелина куда-то сюда же. Играю за Мию, то есть это вторая часть сюжета уже. Нашел уже этот распылитель, коррозионное вещество. Где дверь-то? А, вот. Вот две дистанционные бомбы. Они прям ваншотают врагов, я заметил, вот эти дистанционки. Черт. Я не буду против одной цели использовать бомбы. Одиночек я лучше так буду. И еще коррозионное вещество. Еще дистанционные бомбы. Так, заперто с другой стороны. А раньше вот это не было закрыто. Не знаю, куда идти. Рвота, Эвелина, тут я был. Вообще, я не самый, ну, такой любитель хорроров, да, то есть эту игру можно за день пройти, она может за 9 часов проходится, но я ее уже где-то день третий, четвертый играю. Преследуйте Эвелину, да я не знаю, где она уже. Хоть бы Итана найти. Твою мать. Ко мне. Сразу минус два. Жаль, патроны потратил. Так. О. Я знал, что этот проход для чего-то нужен. Непонятно вообще, где она. Вот и как раз я по ту сторону ограды был. Где Эвелина? Я не знаю. Я не помню, куда бежать, куда идти. Оп. Раньше вот тут открыто было. А вот тут закрыто, кажется. Было. А, нет, я... А, нет, я сюда вошел. Вот тут Эвелина была, и она меня заставила кассету смотреть. О! Это челик. Это Мия Уинтерс, за которую я в данный момент играю. Она типа из спецслужб, да, она все забыла. А это ее напарник бывший. Правильно, нет? Эви. Эвелина это типа какой-то спецпроект, я что-то такое, да, я так понял. А нас вот этим челиком, они конвоировали ее. Они из спецслужб, вот это Мия, Уинтерс и вот это челик. Они ее конвоировали. И вот эта девчонка, которая всех убивает, она типа мне доверяет, да, то есть ничего мне не делает. Она его сейчас убьет, походу. Действительно. Все, походу. Эвелина всех убила просто. Вот она, кстати.
А, и меня заразило этой хрени. Вот видите, то есть это Мия, она типа тоже заражена. Но Итан ей же сыворотку дал. Да, но Мия выжила. Видите, эта девчушка ее не убила. Преследуйте Эвелину. Все, я там челюкую. Пизда. Да, это, я так понимаю, уже близко к концу игры, то есть я уже куда дальше половина прошел. Ноутбук. Что, нажимать что-то? Нет, она сама. Вот это типа она. Итан. Держись от меня подальше. А он наоборот ее спасать поехал. Итан. Ну, в начале игры мы за нее играем, точнее за него, за Итана. Так. Опа-на. Что это такое? Ой, скотина какая. Мы всегда будем вместе. Эвелина говорит. Так, это ролик уже идет. Вот, было кораблекрушение. То есть сюжет проясняется как бы. Вот, как бы вот это кораблекрушение, и потом эту Мию нашли. Ну, она выживет на самом деле, да, то есть она вот тут выжила. Ее подобрали те челики и держали в плену. Вот. Теперь ты вспомнил, вот типа я эту кассету смотрел. Да, Эвелина, типа Мия все забыла. Вот эта девчушка хочет, чтобы я с ней семьей был. Хрена себе скример. Вот, типа, это все на кассете было, вот то, что сейчас было. Опа, на точка сохранения. Тут либо автосохранение, либо вот на этих точках, на сейфпоинтах. Как хорошо, там я с автоматом бегал, а тут у меня только пистолет. Это, конечно, обидно. Ну что ж, как-то так. Как-то так.